Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Валерия уже много лет счастливо живет в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. Но были в ее жизни и мужчины, о которых певица вспоминает как о кошмарном сне. Мне знакома ситуация, когда на руках трое маленьких детей, бежать некуда, все документы у мужа, контракты тоже у него, ни копейки денег нет, вспоминает Валерия о жизни в аду. Я долго терпела, думая, что Господь страдал, и я смогу. Постепенно силы стали покидать Валерию. И тогда стало казаться, что венчание может как-то переломить ситуацию. Я помню, как ехали в машине в храм, у меня был в руках молитвослов, и я пыталась его читать, говорит артистка. Он в бешенстве выхватывает его у меня из руки, выкидывает в окно, обкладывает трехэтажным матом. В церкви вся эта сцена продолжилась. А после таинства крики продолжились. И через 3-4 месяца мы все равно разошлись. В ту пору к домашнему насилию было иное отношение. Медицинское освидетельствование делали только в травмпункте по прописке, удивляется Валерия. Я была прописана в Москве, а жили мы за городом, в Крёкшино. Мне каким-то чудом удалось вырваться. Меня кто-то встречный подвез до первого травмпункта, куда я вошла с черным лицом и синяками. А когда я сказал адрес регистрации, меня не стали спасать и отправили в другое место. Слава Богу, сегодня это все в прошлом. И Валерия горячо поддерживает закон о профилактике семейно-бытового насилия, который сможет решить многие проблемы. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.